«Однажды женщине приснился Бог, сказал, что навестить его собрался. С утра она все чистит и скребет, вдруг кто-то тихо двери постучался. Открыла, увидела старичка. Он скромно попросил воды и хлеба. «Прости меня, уборкой занята». Отправила она его к соседам, но не успел к работе приступить. Стук осторожно снова услыхала. Мальчонка попросил поесть и пить. Она и мальчика к соседам послала. Стук повторялся, и на раз на него двери нищенька стояла. «Мне некогда, да сколько будет вас?» Соседям бедолаху отослала. Закончена уборка, хорошо, спокойно, можно дожидаться Бога. А ночью встретилась во сне, она с недоумением спросила: «Что за твои гости не пришел ко мне?» «Я приходил, меня ты не пустила. Иди к соседям», трясти было дверь. Соседи передо мной двери открыли, не посмотрел, и что, и как одет. Загрели, напоили, накрепили. Спешите людям, беда хвала, и нас вон всякие случится. Ведь по двинам нищего, как знать, и сам Господь нам постучится.